І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за перебрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Секретний секрет. Пропагандисти розкрили ту саму таємницю роботи російської пропаганди. Як це все працює? Перше. Вбрасується відкровенна ложь, обман. Ну, почему-то люди вот на него ведутся. Это отдельный разговор, может быть, мы частично как-то это затронем. После того, как человек, он принимает этот обман за правду, на него наваливается вторая волна, и человека запугивают. Потому что ему вот на фоне этого обмана говорят, вот смотрите, сейчас тут с тобой будет то-то, 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 то-то. А потом идет третья волна. Это уже вот просто подбивают людей на нарушение закона. Возражений нет. По-моему, очень похоже на правду. Вы спрашиваете, как вот эти фейки, вот эти каналы существуют, как это все работает? А на кого это ориентировано? Это прежде всего ориентировано на аудиторию, ну, скажем так, нельзя сказать там необразованную, но не разбирающуюся в том вопросе. А тепер підставте всі їхні пункти під їхні ж заяви, і вам все стане зрозуміло. А ще на Геббельс ТБ склали ще одну страшилку, якою тепер годують російську аудиторію. Тем более в моем родном Запорожье был дуб, 700-летний, как бы, да, под которым кто только не сидел, по официальной версии, практически все. Ну что вы думаете, с обретением незалежности, так называемой, он засох? Понимаете, вот в условиях украинской незалежности даже дуб не выдерживает, да, 700-летний, который все мог выдержать, что только хотел. К чему это все говорю? Потому что наконец-то мы вернулись домой, наконец-то мы дома, понимаете? Наконец-то мы в России, да, а не просто вот в этом... сумасшествие под сине-жовтой или черно-красной тряпкой, да, под которые никогда для нас родными не были. 2-3 вертольота, да это ерунда. Російський воєнкор Марат Хайрулін заявив, що знищені гелікоптери на Бердянському аеродромі – це ерунда, про яку навіть згадувати не потрібно. Тут про аеродроми ці спрашують вертольоти. Це ерунда, все. Друзі, ну, ми випускаємо 300 вертольотів в год, наша країна випускає. Там 2-3 вертольоти – це просто там, середньостатистичні потери. Понимаете, это ерунда все. Это настолько мизерно, кого кричать, ой, там три, прошу прощения за матушу, эмоционально слишком, да, как бы, там вертолет, и что, там два вертолета сгорело, ну, 5, пусть говорит, 10 сгорит, да, это настолько ерунда, это война, я еще раз говорю, это тяжелый, это надо, бывают, случаются ошибки, куча людей, понимаете, человеческие факты, бывают ошибки. Они ошибаются, еще раз, ребят, дорогие мои, не ошибаются, только тот, кто ничего не делает. Ну, сьогодні 2, завтра 5. І так до кінця місяця вже десь 150 і не дорахуються. Але головне – подавати своєму народу все такими маленькими порціями. Це як варити жабу. Якщо повільно додавати температуру, та навіть і не помітить, як вже зварилася. Тим часом до виконавиці гімну найманцям ПВК «Вагнер» Віки Циганової прийшли з обшуком. Чоловік співачки через це бігав в такій істериці, ось що він навіть написав у телеграм-каналі. Цитую, «Прийшли з обыском, іщут Настущала Собчак, помогите, номера знаєте, звоните скорее». Я не можу говорити, к нам прийшли з обыском, я постараюсь зараз зробити кілька буквально дзвінків. Если у кого-то есть возможность связаться с АП, чтобы быстро... Я сейчас передам номер. Не открывайте пока. Так вам не здалося. Вони стали кремлівськими зрадниками, адже ті нещодавно дали інтерв'ю відомому російському блогеру Юрію Дудю. В ньому вони не один раз говорили про те, що Путіна обманули. Ну, це й могло стати причиною обшуків. Всім здравствуйте. Добрий вечір, друзі. Ми сьогодні пам'ятаємо добрим словом Захарченка Олександра. Слава Богу, що ми були знайомі, кілька разів зустрічалися. Конечно, он произвел неизгладимое впечатление на нас, поэтому... Да, очень живой человек был. Добрые слова. Мы можем только добрые слова сказать в адрес этого человека, потому что много не знаем, он был самокритичен, был предельно откровенен с нами и говорил, если его убьют, то это будут не украинцы. Отец Андрей Ткачев сказал, народ тот... наказан будет,
и у него заберутся герои. И у нас хорошо всегда было со всеми главнокомандующими, но в последнее время тут Пригожин прав. Ну, по-моему, прав. Думаю, что когда он говорит, это непонятно что, это геноцид и зачистка. Ну, появятся новые герои. Я думаю, мы покаемся, Господь нам даст. Подаст нам новых героев Господь. Ми будемо молитися. До речі, після публікації того інтерв'ю Циганова у себе в соцмережах наголосила, що відео змонтували за допомогою нейромереж. І, здається, на Росії з'являється новий ворог. Тепер казахам приготовиться. Представник саме міролюбної, так би мовити, страни, які звільняють постійно своїх сусідів від нацизму, тепер заявляють, що казахи, як і їхня країна, були вигадані комуністами. Казахстан – это вообще выдуманное слово. Малое жульство, среднее. В смысле? Короче, вас, да, коммунисты, если бы, вас коммунисты, если бы и собрали, греки бы, там до сих пор, ты, знаете, это против, на подожди, бы, подожди, ты казахов имеешь? Да, что против вас иметь? Что у вас против вас иметь-то? Ну, да, вообще, к вам много вопросов, конечно. Не, давай пообщаемся на эту тему, мне аж интересно. Давай. Только не переключайся, давай договоримся не переключаться, хорошо? Меня зовут Жандос. Как ты сказал, у тебя плохо слышно было. Нет, ты изначально про казахов что сказал, что это выдуманная нация или что-то в этом роде? Казахи? Конечно. То есть нас выдумал кто? Ну, просто нет, давай я хочу коммунисты узнать. Коммунисты вас выдумали. Вашу вообще страну выдумали коммунисты. То есть вообще, ну, типа, не было вот юрт, когда казахи путешествовали, кочевали, этой нации не казахи было, да? Путешествовали? Нет, нация была, государства не было. Ты говоришь, что нас коммунисты придумали, а потом говоришь, что нация была. Государство, да, государство, да. У вас то же самое история, что с Украиной, абсолютно. Вы в один в один. Сначала, ты, сейчас с Украиной разберемся, а потом вами займемся, конечно. Ты даже не ослабляешь. Ты хочешь с нами заняться еще? Не я, это вынужденная мера будет. Ну, заниматься. Ну, потому что Казахстан не по делу большой. В смысле, у нас независимая страна. Мы отдельная страна, у нас свои правила, свои законы. Да, слушай, не, мне нравится. Независимая страна. У нас независимость 91-го года. Ну, во-первых, кто тебе сказал, что 91-й год это что-то святое? В смысле? Если там три алкаша собрались в Бресте, своя страна. Ну и что? Ну и что? В смысле? Документация, все есть. И что, договор сегодня действует, завтра не действует. Что твои плоские азиатские башки твои? С какого ты... Нацию смотри, ты можешь со мной разговаривать как с человеком? Я же на твою нацию смотрю же. Нация, ты скучный, иди. Эти... А ким же вигадані тоді росіяни, які 300 років сиділи під татаро-монгольським ярмом? Не підкажете? Тим часом пропагандист Мардан заявив, що диктатор розпочав війну для відродження уваги Руської імперії. Я считаю, что коль уж мы настаиваем на том, что Россия – это страна-цивилизация, день образования Российской империи, 2 ноября, ну, вообще-то должно каким-то образом присутствовать в политическом календаре. Можно об этом сказать не только в эфире телеканала, то есть вот публицистическим языком. Это вообще тема для выступления, ну, политиков, руководителей, здесь есть определенная неловкость. Я согласен с тем, что отмечать 300-летие Российской империи 2 года назад, ну, соответственно, в 2021-м, было бы стыдно. Ну, вот клянусь вам, если бы 2 года назад руководители нашего государства вдруг почти не решили бы отмечать 300-летие Российской империи, вот я бы испытывал просто чувство мучительного стыда, потому что 2 года назад никакой империи мы, конечно, не были. Мы только готовились к тому, чтобы, в общем, предпринять отчаянную совершенно, невероятную попытку вновь вернуть себе это звание. То, что происходит сейчас на Украине, то, что называется специальной военной операцией, конечно же, имеет огромный исторический, культурный, цивилизационный смысл. Прежде всего, для нас, для всех, для граждан нашей страны, для русского народа и для всего мира. Потому что империи определяют очертания этого мира, правила, по которым этот мир живет, ну и на целые десятилетия, иногда и на столетия, ход вещей.
Такий маразм треба було ще й вигадати, але і він і те зміг. Проте спроба так і залишиться лише спробою. Друзі, ставте лайк, з мене наступний випуск.